Здравствуйте, дорогие друзья, я Владимир Якуба. Вот в таком несколько неожиданном виде я нахожусь сейчас перед вами, а должен был в эти дни проводить тренинги в некоторых российских городах и, к сожалению, вынужден их перенести. Ну, что случилось? Ну, в общем-то, в двух словах, мне кажется, это правильнее сказать, потому что вы планировали свое время, вы выстраивали график, платили деньги, рассчитывали на определенные внутренние ресурсы, может быть, даже и покупали билеты. Поэтому вам несколько непросто переносить даты, и я должен рассказать, что же произошло. Я сейчас вот в Сургутской клинической травматологической больнице. Ну, произошло такое некое событие, когда в пятницу, вот буквально 3 дня тому назад, мы ехали из Сургута в Нижневартовск для проведения очередного тренинга. Но так случилось, что встречная машина вылетела нам навстречу на большой скорости, лобовое столкновение, мы 3 раза перевернулись, машина загорелась. Ну, в общем-то, это называется «спасибо, что живой», как говорил Высоцкий. Повезло, вытащили из машины, очнулся и увидел картину, которую я раньше видел в боевиках, когда наш автомобиль горел, ну, а ОМОНовцы, которые случайно проезжали мимо, вытаскивали оставшиеся вещи и людей. Все живы. И, как казалось, никаких переломов, только вот какая-то мелочевка и небольшой ушиб легкого, которые мне доставляют необходимые 2 недели, точнее, заставляют меня побыть здесь и прогуляться по коридорам. Поэтому я прошу вас о некой такой вот деликатной просьбе, но говорю прямо, что тренинг необходим будет перенести. Буду очень рад, если вы придете снова. Может быть, даже эта неделя, 2 или 3 переноса даты поможет набрать дополнительных участников. Я за это время скорректирую, сделаю еще интереснее презентацию. И правда, мне будет о чем рассказать. Темы, которые связаны и с управлением командой, и с дожимом клиента, будут рассказаны в полном формате. И в подарок я участникам сделаю, подарю или видеокурс, или книги. Мы определимся с организаторами для того, чтобы как-то компенсировать некую неловкость, которая произошла. Еще раз благодарю вас. До встречи. А меня уже зовут врачи. Увидимся.